Послушайте меня внимательно. У меня свадьба. Мне нужно уехать заплатить за ресторан. Вы должны стоять вот здесь, вот на этом месте. И никуда не двигаться и ничего не трогать. Понятно или нет? Понятно или нет? Вы можете хотя бы русский язык выучить, а? Пушкин хрен знает откуда прилетел, и тот русский язык знал. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.